Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 332. Продолжительность дня А часов. Чему равна продолжительность ночи? Составьте выражение, найдите его значение при А равном 8, 10 и 12. У нас весь день это 24 часа. Продолжительность, то есть не весь день, а в сутках 24 часа. День А часов, ночь неизвестно сколько часов, а все вместе 24 часа. Ну, как можно найти продолжительность ночи? Нужно из 24 вычесть продолжительность дня А. Это у нас будет продолжительность ночи. Ну и найдем теперь значение этого выражения при А равном 8. 24 минус 8 получается 16 часов у нас продолжительность ночи. Если А равняется 10, то 24 минус 10 получается 14 часов у нас ночь продолжается. А если А равняется 12, то 24 минус 12 получается 12 часов у нас продолжается в этом случае ночь. Видимо, речь всего идет не о летнем времени. Может, слишком день здесь короткий. Ладно, выполнили задание 332. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.